Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как можно зарядить телефон зарядником, который к нему не подходит. Но при этом вам понадобится переходник. Вот у меня есть телефон, к примеру. И здесь надо USB Type-C. Вот такой вот. И это как бы не мой телефон, я его взял. И когда я его взял, чтобы попользоваться, я забыл взять зарядник. А он уже разряжался, и надо было зарядить. А у меня только такой зарядник. Микро-USB. Что в этом случае делать? Он же как бы не подходит сюда. Вот, он не подходит. Нужен просто переходник. А у меня, оказывается, я вспомнил, что на в моем эндоскопе, вот он эндоскоп, это камера такая, есть переходник как раз таки вот, ну здесь все варианты подключения USB, микро-USB и Type-C. Вставляешь сюда микро-USB, а выходит Type-C. Я просто на свой микро-USB зарядник надел переходник на Type-C, дальше вставил сюда. Да что ж такое? Не попаду никак. Во. Ну все, и пошла зарядка. Единственное, что через переходник нету быстрой зарядки. Потому что там, видимо, какие-то дополнительные контакты есть, вот. Которых в переходнике нету. И поэтому идет обычная зарядка. А через оригинал, ну то есть без переходников, идет быстрая зарядка. Но это ничего страшного. Пускай телефон уже зарядится не за час, как с быстрой зарядкой, а за два. Но главное, что он зарядится. Так бы у вас вообще телефон разрядился и вырубился, а так хоть медленнее, но зарядится. Так что, если у вас тоже нет с собой рядом подходящего зарядного, то вы можете взять неподходящее и благодаря переходнику зарядить телефон. Но в этом случае у вас должен быть переходник. Но у меня он был. Зарядника не было, а вот переходник был. И таким образом я вышел из положения. Через переходник зарядил телефон. Вот. Так что если у вас тоже есть переходник, но нет зарядки, таким образом можно выйти из положения. Ну а на этом все. Всем покедова.